Наш добрый, любящий вас телеканал ТВ Михалыч. Погода на 18 апреля. Всем, кто нас смотрит, любите свое здоровье, любите жизнь. По республике в ближайшие сутки смещение атмосферного фронта вызовет местами по республике осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 днем, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха, северные районы, Курумкан-Яравна, ночью минус 3-8, местами до минус 13 мороза, а днем плюс 10-15. По центральным районам Кижингинске-Заиграевске ночью от плюс 1 до минус 4, днем плюс 14-19, но это тепло. Южные районы Джидабичара ночью от плюс 2 до минус 3, по юго-западу до минус 8, прохладно, днем плюс 15-20, еще теплее. Наша любимая столица без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью около нуля, максимальная днем плюс 15-17, но это очень тепло. Атмосферное давление существенно не изменится и будет в пределах 711 миллиметров ртутного столба. Судите о своем здоровье по тому, как вы радуетесь солнцу, утру и людям. Тот, кто не ценит жизнь, тот не заслуживает ее. С любовью и уважением, АТВ Михалыч. Будьте здоровы, любите жизнь.